Ну вот, нам уже сегодня исполнилось 3 месяца и почти 1 неделя. Мы уже намного больше стали. Сравнить, какие они были крохотные в самом начале, почти размером с вишневую косточку. Какие они стали крупные сейчас. Ну и аппетит, конечно, соответствующий. Одного огурца им не хватает даже и на день. Вот. Все в порядке у нас, только одна проблема. Очень хрупкий тонкий панцирь. Мы даем им мел и очищенные прокипяченные кости, но этого, вероятно, мало. Вот нам посоветовали, что, вернее, мы посмотрели в Ютубе, что можно их поить молоком. Сейчас посмотрим, будут они пить молоко, не будут. Может быть, и не будут. Я их только покупала. По-моему, она тонет. По-моему, это плохая идея. Ну. Ну, смотри, она голову не убирает. Она прям заинтересовалась. Сейчас она распробует на вкус. Сюда положи. Сюда? Да. Пусть она сама попробует, да? В Угу. принципе, она уже большая, она может голову высоко поднимать. Сейчас она... Скажи, непонятно, зачем вы меня сюда примостили. Может быть, она не такая догадливая, посадим другую. Ну-ка. Тихо-тихо, смотри, бьет, бьет, бьет. Угу. Освещение слабоватое. Но я вижу, что у нее как? Внутри молочно-белое. Пьет. Ну, скажи, мне непривычна такая еда. По-моему, ей не нравится этот цвет. Смотри, пьет. Смотри, смотри, видишь, даже видно, как по шее продвигается белая. А это вообще не пойму, утонула, что ли? Эй! Непонятно. Многовато молока, наверное, налила, да? Ой. Ну, попробуем, как у нас этот новый рацион пойдет. Если действительно будет упрочняться, вот видишь, пьет. Если будет упрочняться у них панцирь, то значит будем давать им молоко. Я читала, что даже можно им давать белки яиц и немного творога. Посмотрим. Потому что до этого у нас в основном был, ну вот, можешь показать, у нас. Сами видите, у нас и огурцы, и листья, и трава. Это мел. Да, мел они очень хорошо, конечно, едят, но Это видно, у одного нас мела кость маловато. говяжья. Да, только ее нельзя давать в обычном виде, ее надо хорошо проварить, чтобы на ней ничего не оставалось органического. И они получали из нее кальций. Но они ее не очень. Ну да, Наверное, небольшой мел. для них она, видать, еще грубоватая. Маловато, да. Мел проще им Угу. жевать. Они сейчас мел. Прям бывает, когда наедятся, они отрубляют того. Одна Да, уже и вот еще, убегает. да, еще подожди, хотела рассказать, что мы пока им не делаем грунта, а ложим просто именно прессованную бумагу. Картон нельзя, он может содержать разные добавки, которые могут быть для них Ну, токсичными. бумаги тоже, наверное, есть. Ну, Ну, в во всяком принципе. случае, у нас еще ни одна не сдохла. Ну да, в принципе, это очень удобно и легко их менять. Конечно, когда они начнут расти, им нужно Уже будет... какахи начала выкидывать. Вот когда им нужно будет плодить яйца, тогда мы, конечно, им положим грунт и мох, чтобы они могли там зарываться. Улитки откладывают яйца, зарываясь в грунт. Ну, пока они еще малыши. Ну, тут бедлам, конечно, лучше бы это не показывать. Да. И еще одна большая опасность. Дело в том, что если им не хватает кальция, они могут объедать панцирь более слабых улиток. Этого, конечно, допускать нежелательно. Но будем бороться с этим.
Все, спасибо, до свидания.